Всем привет, дорогие зрители! Вы на территории Империи Зла. Со мной опять же Захар Галсов. Мы идем с матча «Зенит Рубин». Болельщиков «Зенита» с победой. Да, всех нас с победой. У меня тут появилась идея. Коль скоро свинота называют нашу Лусяна Гандоу, я буду теперь вас называть баркозависимые или баркоманы. Потому что вы без своего барка ничего не можете. Вы даже с барка не можете, если он не в форме, если он не в настроении. Недавние матчи с Махачкалой это показали, что в Кубке дома 0-1, что на выезде в чемпионате сами себе слили победу. Литвина, большой блин. И ваша задроченная звезда Барка топтался в районе центральных защитников. Большой привет опять же Станковичу, который тактику на матч вырабатывал. Ну и, собственно, Барка. Если он не в настроении, если он не играет, то у вас команды нет. Вот и все. Значит, вы у меня теперь будете баркоманы. Ну и отсылочка, еще небольшая пасхалочка к Квинси Промесу. Кстати, а че, где Промес? Если он так не виноват, че он не играет? Где Промес в чемпионате России? Почему его нет с марта месяца? Даже с декабря 23-го года. Баркоманы, чё молчите? Где свинга Промес? И где команда без Барка? Значит, вы баркоманы, всё.